Они уговаривают меня выпить, эти два человека. Сейчас я вам их покажу. Один с Украины. Но я спортсмен. Пытаются меня уговорить, где еда лежит. Да, все на месте, закуска. Но твоя очередь. Так, что-то там уже готовится. На заднем плане, думаю, вам видно. Ну не что-то, а мясо. Все жарить будут? Нет, тушить ничего не будет. Все на костре. Ну класс. Класс, да. Где ты такое еще кино видел? Это вообще я в шоке. Это не то, что кино. К людям такого... в дом. Ну ты представь, у нас заходит какая-то банда, непонятно да. кого. Тем более, да. не русские, не украинцы. К нам во двор, в хату. Хозяин, давай зарежем козу и будем сейчас ее жарить. Это представить сложно вообще. Ой, так. Да, такое вот кино. Сейчас наши поехали. Сейчас приедут и будем кушать. Ну да, идет по плану. Там гуляш, наверное, потом будет какой-то. То, что в миску делают. Да, говорит. Да. Так просто мы ехали, остановились. Ехали, остановились. Увидели такой интересный двор. Зашли. Такой интересный процесс дальше пошел. Ну, мясо. По-бушменски сейчас будет. Что, это тоже все на костер? Это тоже... Yes? Yes? Да, все. Все будет жариться так же. На костре. Проверяют, готово, не готово. Так же, какие у нас. Так, Андрюха с хозяином там общается. Язык один знает украинский, второй местный. Ну, что-то разговаривает. Пошли рыбацкие истории, насколько я понимаю. Да, да, один на украинском, другой на суахили. Ну, после второй или третьей они уже понимают друг друга. Метров 30. Ой, что мы с ним не знаем языка ни один, ни второй. Что вы думаете, они едят сало? Привезли мы с Украины. Чисто так для колорита угостить. Ну и сами поесть. Оно не будет длительное время. Жарковато.
Вот уже часть готова. Сейчас посолят чуть-чуть. Кристина, окей? Окей, Кристина. Амагала? Там что-то делают, тоже интересно. О, мухи. Да, так ничего не изменилось. Будем ждать. Делают мне табуретку. Блин, опять имя забыл. Спасибо. Блин, Кристина на всю ораву готовит. Мясо еще не мерено, все-таки на костер поставили. Какой-то гуляш интересно. Как там с жиром? Не будет ли он не гореть? Добавили огонь. Блин, все, отработано до мелочей. Да пару палок подвинула, огонь увеличился. Соли добавить. Да, я думаю, никто не скажет, что это постановочное видео. Алло. Да? 18 коров. 18 коров? Да. Ну так, фермер. Мы в фермерское хозяйство попали. Андрюха, а как остальное, интересно, без жира приготовиться? Или там что-то есть? Посмотри, как камни, как этот, как комфорка дует. Ты видишь, как поставлены камни? Поддув? Да. Лень, раз, раз. Девочка в наряде, как у нас на день рождения ходит. Она у костра. Окей? Андрюх? No. А. О. А. Так, убрали то, что мы не едим. Так, попробую я. Ой, алло. Ну, зачет. А, тушить будем. Все понятно. А, ты печень отрезал, да? Да. Yes. Блин, интернациональная бригада поваров сегодня у нас участвует. Бушмены, Танзания, Украина. Да. Да. О, лучок. Рецепт для Вовы, чтобы он записал. Ну, записываю, чтобы он запомнил, да? Лук добавляется, соли, водички и варим. Тушим. Собака наглая. Самая бесстрашная, видно. Специальное приспособление. Мешать. А с чего кастрюля?
Алюминиевые? Ну да. Да? Да. Правильно. Может, воды? Ну. А вы сами, вы как знаете сами? Да, хочет кишки туда впарить. Сюда. Но это не наши. Да, окей, 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 окей. Андрюха поучаствует в приготовлении. Собаки чуть не устроили. Дай людям закончить процесс. Ну, я же тоже участвую. А, ты тоже, да. Ну, да. Хотели экзотики. Куда тебе поехали? О, а почки будешь? Не знаю. Не, давай потом. На. У меня руки заняты. Смотри, что она делает. Что? Ну, вяжет. Да? Да. Ты тоже так умеешь? Не, я так не умею. Они готовят. Едят. Деликатес типа. Да? Деликатес? كركي انبر مكون ارحوا حوالو لا قد يردد اعطوك برق اسكو اوريك جزر غير قنا دور قيقو غيرتي تراما زتبيلس اه جزر كسيم حوالا كحا هلو بيتشاكا كرموخي Шашлычок выехали. Амазонку хунда. Чок ли дугат лери? Ну, как раз часов до 4 до 5 посетили. Да? Да? Покупка. Стая домашних африканских собак. Спрашивают, Чина, Испания. Откуда Андрюха? Израиль там. Между Танзанией и Украиной. Сейчас карту, карту. Мапс. Мапс сейчас будет. Так, уже интересно. Сейчас мапс будет. Планета. Африка. Африка. Танзания. Да. Раша. Украина. Блэк море. Блэк Сиа. А, Израиль вот здесь. Украина, Израиль тут. Где? Египет. Да, да, да. А, Украина, Раша, Европа. Напиши, что 6,5 тысяч километров, напиши. Окей. Андрюха мешает. Процесс идет. Так, вот и наши подоспели. Тоже взял мачету порубить.
удобный инструмент. Дерево очень твердое. Сухое, сухое, вообще высохшее полностью. Наши что-то купили. Сейчас посмотрим ближе. Что там? О, hello. Адамара. Если хочешь. И, ну, кушаешь, уже собака да, да, если да, хочешь. Пиво, я пиво. Ну что, вы купили что-то? Фанты. Только фанты? И помидоры купили. И пива даже нету, люди не пьют. Красавчики, помидоры, да, это неплохо. Скоро праздничный ужин интернациональный. Куда мы идем, Вова? Скажи, я не понимаю, что происходит. Present? Present Андрюха дал. Нет, Бушменск. Так. Процесс идет. Что там? Да. Что, вы сырое? А мне дай? Закрыли. А вы кидали сигара мак? Не боится руки порезать, но нож не очень острый. Where we can buy beer? Yes? Beer. Where we can buy? Игуара. Что ты спрашиваешь? Beer. Beer. You want? Huh? You want? I won't buy. Чего не купили в городе? Нету. Нету, да? Нету, мы приехали пару магазинов. Что нам? Смешно, с тобой решают. Бьется, мы дели до новой ремесли. Да, мама сегунли. Вот так вот. Сырое мясо естся на раз-два. Блин, Вова. Вова. Вова поехал с девушкой за пивом. Знание английского минимальное. Что-то мама дает наставление в дорогу, чтобы все было хорошо, говорит. Ну, думаю, все будет нормально. Мясо продолжает готовиться. Соль не рассыпалась. Алло. Агатай. Она мама это гурта боится сиры губали, ха? Анко. Анко. Анко.
Браза. Ну, браза. Я. Подожди, Гардер, ты дыхаешь, да, на айти. Готово первое. Первое. Но. Будешь, Андрюх? А? Тебе. Будешь? Так. Так, да? Твоя уку. Я не понимаю. А на сюда. Ну, я буду, да. Эй, Чанджа. Нельзя? Как? А, это угуабан. Порезал. Ну, так и есть. Я ж не знаю. А у Агарифа и Фаре. Вот это, Андани. Разрезал. Ну, разрезал. Ходили, да. Подбог? А-а-а! Ну, стрелял. Алло, брат, сатан, меня дарье кулихоли, басик в алло. Басик в алло, а меня гаапка, фуагари. Окей. Так это какой-то краб, или это как-то... Не краб, а это... Фенеска, амрдэй, да? А, мукси, гадлайка. Хай? Какое... Обратите внимание, какая растяжка, то есть человек наклонился. Три погибели, хоть бы хны. И ноги в колени практически не согнуты. Хозяин принес на пробу. Пошла еда. Ты тебя нашел, летают, говори, конечно. Мне все равно уже руки. А прикинь, этого. Срук боится брать. Боится срук, да? Ага. Собака боится срук брать. Ну тут как они не балованные, смотри, там ты сейчас бой чуть не устроил. Представляешь, насколько выдрессировано? Да, поколениями. Не подходит, близко не подходит. Я же тебе говорю, мой поросенок бы уже тут бегал, блин, на спину залазил бы. Рулим оставить. Да, где расставай? Где расставай? Серега нарезает. Там тебе в Ютубе кто-то привет передавал, Серега. Кто? Кто-то знает? Кто-то с западной вроде, как я понял, Украины. Что? Говорит, водителю Сереге говорит привет. Все в шоке. Я не представляю, как здесь люди будут воспринимать это видео. Кения это. Слышишь, так вы как бы уже привыкли к этому всему. Ты представляешь, что людям, которые будут смотреть. Маза, камень ту и тим. Андрей, так чёрный а тут малой? Для нас уже как родные. Да. Так я с ним сидел уже. А мы когда зайдем? Они тут с Андрюхой сидели, базарили. Я там сдалека стою, там такие фотографии посмотрите. Да и кино ничего. Witch-доктор. Witch-доктор. Доктор? Witch-доктор. Coming here. Witch-доктор. Как вы шею, да? Witch-доктор? Ну, я так не смог. Нож тут. Муса. Подхватываю кусочки. Пробью. Шею. А детям просто дали мясо или нет? Поломаем. Ну так поломаем, дай поломаем. Ты шо, а он у нас такой. Она не понимает, потому что так не дают. Ну, им как вот это так, знаешь, бросают и тогда они. Муса подхватывает. А интересно, а потом кость. Да, Серега так контрастно смотрится на фоне этой компании, нарезает. Чё, нарезает контраст? Мясо, да. Профессионально нарезает. Ой, блин. Ну, да. Такое кино и во сне не приснится. Ну. А за language ксуайри. Ксуайри? Это что? Это саня. Ну он говорит руки на низком. А как гиена? Да не, мы не знаем. Не знаю даже. Даже на низком даже. А ты можешь ее изобразить? Она в виде чего? Это ж кот? Ну как? Собака. Кот, да? Больше кот. А как они делают? А вот мы так и делают.
Ну, смеется вот так. Вот так вот, да? Гиены. Ну, ночью. Ночью. Айна. 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 Вен сан. А йокен, мы купаем. Yes, yes, yes. Есть? Айна. Когда ночью? Макубей, акубей, макубей. Ну, я же тебе говорю, что надо. Если язык не знаешь, то красиво может. Бабун. Бабун? Yes. Yes. Кто такой бабун? Бабун. Вас издаст бабун. Надо угадывать. Бабун, эрия. Бабун. Смелики. Есть? Найди, пожалуйста. Кдогу лангвечи на квашида. Айна нинкона. Вона так умона помо, помо, мурта акуми бахайно. Сейчас выводят на поводке гиены. Бывает их этого? Мужвены, по-моему, их приятно. Аудиде дири. Бабун. Да, уже знает. Да не быстро. Уже есть, человек выучил слово. Вот этот забор, это не просто так. Это от гиен забор. Как гиена? Айна. 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 Бабун. Бабун обезьяна. Айна. Короче, мы тут еще посидим пару дней и сможем уже разговаривать. И готовить научили нас. Так, сходим глянем, что там с блюдом с основным. О. Почти готово уже, да? Окей. Ну да, надо проварить хорошо, конечно. По пьяни не наобещал, блин. Он трезвый еще подготовил. Нас так корабль отбирает. Ну, блин, людей. Я говорю, у нас это здоровая пища. Сидим, что это просто капец. Трэш. Понимаешь, а у этих платных, во-первых, они тут где-то плясали непонятно что. То есть ты... Мясо вроде приготовили уже. Сейчас посмотрим. Хорошо сидели, общались. О, несет мальчик. Тут легче, да. А он перчик принес, кстати. Сережа, не хочешь? Хорошо, нет? Вот летом мы, когда на природу выезжаем, так у нас, конечно, такой расход пива идет. Капец. Тут все время лето расход пива в два раза больше. Ну, оно как бы в два раза больше. Не... Ага. Ну, такие слова, конечно, счет, пару животных. Главное удивительно, что в этом списке, ну, то животная часть указана, почему про еду. Поменялись. Нож на веточку Серега поменял. Подарил? Нет, ролями поменялись. Стейк. Он это, сдуй только там. Что это? Суп. Суп? Из того, что мы варили? Да. Суп добрый, ура. А у нас бумага есть с собой, Вова? Бумага есть с собой? Нет. Ну, мало ли что в дороге. Не, чтоб это... А сколько до отеля ехать? До отеля сколько ехать? 8 остановок. Блин. Андрюха, больше 2 глотков не делай. Ну как? Нормально? Наваристая. Не, ну по виду наваристая. Холодец. Галимый холодец. Я не люблю разные. Да, козу свои. Сварили. Запах, ну, не очень, а вкус классный. Санты. Ланги. Блеки, чай блеки. Блеки, блеки. Санты. Бано, это на чай ранги. Вова заказал чай. Кофе. Кава, кофе. Кофе. Похож на Нельсона Манделу хозяин. Я бы еще... Так... Надо, где малая тарелка? Серый можно взять? Вот это. Кодя, плиз, плиз. Золото. И заплатим. Снимать золото.
Вова, Вова заказывает. Что ты еще заказал, Вов? Какой чай, как они пьют? Ну, все гопи, не пот. Ну, черный пьют же. Блэк пьют? Каргаса хаса баси май, сибаси хаса. Так, чай. Чай приехал. Вот и чай. Окей. Окей. О, полный сервис. Окей. Видео. Окей. Вот так сейчас будем пить чай. Координация хорошая все равно, ты видишь? После такой дозы, на такой погоде. О, сладкий. Сладкий? Да. Ну, не сильно, но такой нормально. Тут новый рецепт. Кофе. Кофе добавили в чай. Самый главный. Собака самая худая здесь. Ах ты маленькая. Мы ее подкормили, конечно. Ну. Все, thank you. Thank you. Так, ну все. Погостили мы достаточно долго. Нам Бога. Аруша. And this? And this? Yes, Аруша. This? Какую сторону? No, 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 no. А, с собой еду. А, это типа честь. Не, сука, не, сука, не, сука, не, сука. Куда ты денешь? Отдай его сейчас кому-то. Сука, давай. Да не надо. Это типа деликатес. Надо забрать, а потом выбросить. Не надо. Аса. Паза. Да. Сим навека мхали или навека... Руслан, снимай, как нам голову no. отдают. Снимаю. I am Taruti Nisa language dogo. Language. Это традиция, походу. Вова решил, что это традиция. Собаку поддержали, самую худую. Подъела она сегодня нормально, благодаря нам. И 20 долларам США. Не, 25. Why? No. Мя. Да? Не. Ну, вот это все. А надеющий. Украине мой даю. В Украину повезет. Карибу Тена. Thank you very much. Три раза. Все. Пока. Спасибо. Спасибо. Все. Окей. Пока. Bye, thank you. Thank you. Все, вот так мы сходили на шашлыки в Танзании к бушменам. Неожиданно это все было. Но мы хотели, мы старались, и мы это сделали. Вышиванку подарили. Все. Погнали. Хорошо, хорошо. Да. Не надо, так сказать, перегибать, если приедешь. Да. Все забрали. Голову забрали. Голову. Да. Мясо предлагали забрать. Оставили им.
улице буквально метров 200, наверное, живут люди, вот погостили мы, конечно, такого колорита специально не придумаешь. Так что смотрите, подписывайтесь, кому понравилось, ставьте лайки. Давайте покажу вам бар, бар по-бушменски, да? Блин, Вова, не дребезжи торпедой, блин, ничего не слышно. Бильярдная синяя, да? Наливай-ка рядом, ого. А понял, цвет как выделяется, чтобы найти легче было. Да, вот так в бушменском краю возят воду. Ну, у них прицеп у наших корешей. А на шее возят, смотри. Ваша шея Джамбо. Самая прочная. Да, круто. Знают, какое в стране движение, да, левостороннее. Глянь, навстречку не вылазят, аккуратно. Ну вот на обгон пару штук пошло. Да, так, в принципе, культурные. Нет, тут воспитанные все. И собаки себя ведут нормально, на голову не лезут. Коровы. Ну, вон одна беспредельщица вышла, конечно. На поворот ушла. А, на поворот, да, ушла. Ушла по этому, по окружной, типа. Да. Все отрегулировано в стране, короче. С дорогами чуть-чуть, ну так. Местами. У нас не лучше, правда. Что-то горит справа. Не знаю. Соседи, думаешь, мстят друг другу? Может, кухоль делают. Смотрите, ветра практически нету, вертикальный. Вертикальный дым, что горит. Не, что-то палят просто. Вроде в кучу сложены. Или же хата, два варианта. Похоже на дождевые тучи даже. Что там, был дождь или нет. Да, там дождь, наверное, идет, да? Слева. Слышите, мы уже привыкли, едем даже не авкой. Да, знакомые места. Самурай. Так что это продают, как думаете? Где? В банках? Вот это, слева. Варенье. Джем, может. Спросить. Сережа, а спроси, что это, чувака? Может... Вот она, вот она, это. Вайн, алкоголь, вайн. Что это? Чус. Ойл. Индиш. Вот, кукуши. Они не понимают. Это мед. Понюхать, да. Не мед. Блин, оживились. Я в рот. Он.
мой, как белые. А в салоне водяра. Водяра? Мужики висят. Да. Байкеры висят. Мойка, мытье. Вайт это белый. Так а что, тут были тук-туки разве? Да. Класс, это мой любимый магазин. И нас помнят уже. Конечно. Все, мы в отеле вернулись. Маньяк. Так я сейчас сразу и спрошу. А нас посадят? Он что не... Только пока выключишь. Люк? Люк? Да? О! Turn off the snow. Карату. Why in Карату so many tourists? So, not many tourists. Why? Not many. Yes. Just like it's not I don't know. Just like supposed to 40 kilometers from Goran Gora. It's best place for hotel. Fuck, she's beautiful, man. Спроси, сколько такая Toyota стоит, Вова. How much this car new? Не, не new. Не new? Maybe your car, how much? My car? Yes. For what? Вот мы с нашим другом. Yeah, this is видео. Good. Yeah, video. Видео. Yeah, these guys are the best. Вот его отель. Yeah. Вот его машина. Yeah. They brought me a good head. Вот from он сам. From the bushman.